порту Южный приняли все еще необычный для нашего региона груз. Чтобы принять судно с элементами ветряных электростанций, в порту разработали специальную технологию приема. Детали обрабатываются двумя кранами одновременно. Каждый элемент весит от 60 до 80 тонн, а длина составляет от 12 до 32 метров. На очереди еще один габаритный груз. Лопасти ветряка, длина каждой достигает 72 метра. До конца этого года планируется разгрузить 10 судов с 17 ветрогенераторами. Следующая поставка ожидается в ближайшем будущем. Все элементы будут выгружаться на складские площади порта, а затем их вывезут на место строительства в районе села Сычавка Одесской области, где уже установлены фундаменты.